Наша сегодняшняя тема — «Сеять и Питер закончил свою прошлую речь строкой из послания римлянам. Может быть, вы ее еще помните? Он сказал, что он убежден. Я уверен, я бы сказал. А вместо «я убежден», «я уверен». Я уверен, я уверен что ни смерть, ни жизнь, ни правительство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина — Никакое другое создание не сможет разлучить нас с любовью Господа нашего и Иисуса Христа. И это прекрасные слова, которыми Питер на прошлой неделе завершил свою речь. Вопрос, который я сегодня хочу задать вам: а вы уверены? А вы застрахованы? Хорошая ли у вас страховка? Знаете ли вы, что написано у вас в страховом полисе? У обычного голландца восемь страховок. И вы думаете? Наверное, ну как же это много? У нас есть медицинская страховка, страховка на дом, автомобильная страховка, страховка на имущество. У многих из нас есть страховка для путешествий и еще страхование гражданской ответственности. У многих к тому же застрахована жизнь. У многих к тому же есть страховка на случай смерти. Ну и сколько уже получилось? Семь. То есть у нас у всех очень много страховок. Мы себя с ног до головы застраховываем. Я же спрашиваю вас, для чего мы страхуем себя? У нас есть медицинская страховка, но вместе с ней вам не гарантируется хорошая медицинская помощь или то, что вы будете здоровы. Страхование вашего дома не гарантирует вам того, что у вас не будет пожара. Автомобильная страховка не гарантирует вам того, что вы в целости и сохранности приедете туда, куда нужно. То есть вывод, который я делаю, звучит так. Страховки не сводят ваши риски на нет. Они ограничены и они не защищают вас. они всего лишь помогают вам с последствиями определенных финансовых рисков. И вы все знаете, о чем вас предупреждают. любой финансовый продукт. Прошлое, кроме результатов не дает вам никаких гарантий на будущее. или еще избегаете ненужных рисков, но читайте финансовый вкладыш и то, что написано мелкими буквами под сноской. У меня к вам следующий вопрос. Какая страховка, какой полис есть у вас? Я говорю не о страховании какого-то финансового продукта. Я хочу поговорить о такой страховке, которая не заканчивается которая начинается сегодня и длится и сегодня, и завтра, и целую вечность. Вы уверены в том, что вас оправдают? Вы уверены в невиновности? вы уверены в том, что будете жить вечно? А вы уверены в том, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни что-либо другое не смогут вас разлучить с любовью нашего Господа? Иисус же предлагает нам прощение, невиновность и уверенность, статус, что вы никогда ничего плохого не делали. Если вы еще не активировали этот полис, то я вам вот что скажу. Вы совсем не застрахованы. Ни сегодня, ни завтра, ни в будущем. То есть выберите сегодня жить в мире с Богом. Это самый лучший полис, который дает вам абсолютную гарантию вашего будущего. И у меня для вас хорошие новости. Этот полис бесплатный. Вам не надо платить страховые взносы, нет никаких сложных условий, нет мелкого шрифта, нет предупреждений. Иисус предлагает всем бесплатное страхование о жизни. Она гарантирована вам на вечном и на прекрасных условиях. Единственное, вам нужно ее получить и подтвердить. То есть этот полис действителен, если обе стороны согласны. Тогда вы заключаете соглашение. Если же между двумя сторонами нет соглашения, то оно недействительно. То есть Иисус предлагает вам сегодня полис, который вам нужно получить, подтвердить, что вы действительно хотите его, и он вам нужен. Вечная жизнь и невиновность. Статус сыновей и дочерей Божьих. Это и есть ваш полис. Может быть, вы с нами сейчас здесь, или же вы слушаете нас, или же вы потеряли Иисуса из виду, а те идеальные условия страхования, которые стоят в вашем полисе, вы уже забыли. Я хочу вам напомнить, Строите свою жизнь по Слову Божьему, а не по обстоятельствам. В Библии же сказано, что вы можете Слово, Его обетование увидеть, притворенными в жизнь, положив их себе на сердце. Вы можете прочитать, просчитать ваши шансы, знать ваши риски, но если вы не положите Слово на сердце, ничего не произойдет и вы не увидите плодов, не увидите результатов. Это и есть закон посева и жатвы. То, что вы сеете, то вы в троекратном размере получаете обратно. Так это работает. Что посеешь, что и пожнешь. Это закон природы, он одинаков для всех. Так же, как и закон всемирного тяготения. Но в духовном мире, в его царстве, принцип сеять и жать тоже работает. Даже больше, Иисус сам его открыл. Более двух тысяч лет назад он говорил об этом. Все то, что ты посеешь, то и пожнешь. Люди, никак не связанные с верой, часто называют этот закон кармой. Молодежь, когда кто-то хочет подставить подножку другому человеку, а сам падает, говорят, ага, вот карма тебя настигла. Да, так они думают. Но в Библии говорится о том, что посеешь, что и пожнешь. Знаете, прекрасный принцип того, что посеешь, что и пожнешь, очень сильный. И знаете почему? Все, что вы посадите в землю, все, что вы посеете, то вы в многократном размере получите обратно. Если вы посадите одно семечко, то вы получите потом намного больше семян, в 60 или же в 100 раз больше. То есть вы получите во много раз больше. Если вы одну косточку от мандаринки, или же от лимона, или от апельсина, или от малины посадите в землю, то вы увидите, что позднее у вас будет намного больше плодов, чем вот эта одна косточка, или же вот это одно семечко. Все, что вы посадите в землю, приумножается. Это и есть обетование Господне. Если семя упадет в землю, если вы хотите увидеть сплод, приумножить его и собрать урожай, тогда вам нужно знать Слово Божие, ваш полис, что же в нем написано? Но усваиваем ли мы его? Вы можете знать его, но хотите ли вы поставить Слово Божие на самое первое место? Иисус был с нами предельно откровенен. Те, кто слышат Слово и принимают его, и будут его выполнять, то есть сеять на своем поле, соберут плоды, и в конце концов победят. Я хочу почитать вместе с вами об этом из Библии. Тут сказано так, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Так, давайте целиком откроем это. Иное упало на каменистое место, где не было земли. И скоро взошло, потому что земля не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им, кто имеет уши, да слышит. А знаете, семя — это слово Божие. Семя — слово, всегда хорошее. Слово Божие всегда доброе. Но все четыре места, о которых мы только что прочитали, куда падает семя, связаны с состоянием наших сердец. В этом сравнении почва — это наше сердце. Первое же семя упало у дороги. И так как семя упало не в землю, и его сразу склевали, у него даже шанса не было, чтобы вырасти и, в принципе, принести плоды. Потому что у дороги почва очень твердая. Мы слышим слово, но оно улетучивается еще до того, как осядет в сердце нашем. Мы говорим, еще в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Второе семя упало на каменистую почву, так говорится в Библии. Эта почва была возделана, но недостаточно. Семя падает в почву, вырастает, и все идет хорошо. Но, как сказано в Библии, до того момента, как встречаются на пути трудностям. Как только в жизни появляются проблемы, семя портится, потому что оно не имеет хорошего крепкого корня. Мы оставляем свои принципы позади, и семя не приносит плодов. Следующее семя падает в тернии, в чертополох, земля плодородна и обработана, но, несмотря на это, вы заметите, что всегда будут расти сорняки, если вы ничего с этим не делаете. Серники же растут лучше, чем семена добрых растений. У моих сыновей на прошлой неделе начались каникулы, и они оба устроились на свою первую подработку на каникулах. И вот первый вечер они пришли домой с работы. Я их спросил, как прошел ваш день на работе? Скучно. А, скучно? Да, скучно. Но чем же вы тогда занимались? Да, мы целый день сорняки пололи. У хозяина целое поле с культурными растениями. И среди этих растений росло много сорняков. Сорняки нужно было выбрасывать по правую сторону поля, для того, чтобы потом раздробить машиной на мелкие кусочки. И вот это было скучно. Тем не менее, это была их подработка. И они заработали денег. Предприниматель же хочет в результате получить хороший урожай, чтобы его растения не задушили сорняки. Поэтому он выделяет время и уделяет свое внимание тому, чтобы выдрать сорняки и позаботиться о хорошем и своевременном урожае. Другими словами, вы получили Слово Божие. Но после вам нужно, чтобы все другие семена, семена сорняков, которые посеялись, были прополоты. Они вырастают, и если вы их не прополите, то доброе семя, которое нуждается в свете, воздухе и пространстве, когда растет, набирает свет, чтобы потом принести плоды, не получит достаточно ресурсов. Знаете, те сообщения, что вы в интернете читаете, в газетах по телевидению, или же в сетях от ваших друзей, или же, может, ваша интуиция подсказывает, или же кто-то сплетничает обо всем этом, и это тоже семена, которые посеялись на вашем поле. В Библии же говорится, вы можете беспокоиться обо всем в этом мире, о своем богатстве и так далее, но до того, как вы поймете, что к чему, ваше поле и ваша жизнь будут полны сорняков. И в конце пути ваш урожай будет самым минимальным. Или совсем не уродится, а этого мы совсем не хотим. До того, как вы поймете, сорняки вырастут быстрее, чем семя Слова Божьего. И принципы царства его будут нарушены. То есть, если мы не будем уделять время тому, чтобы снова и снова пропалывать сорняки и делать наши сердца плодородной почвой, мы увидим, как говорит Библия, что вся красота этого мира исчезает, и мы забудем принципы Слова Божьего. То есть, несмотря на то, что мы слышали Слово Божье, и оно попало в сердца нашим, дало ростки, и мы были сперва рады этому. Но позднее, из-за всего того, что преподнесла нам жизнь, все же мы забудем его. Я думаю, что мы все знаем таких людей в своем окружении. Они слышали Слово Божие, и они были очень рады этому. И сначала они говорили, да, мы будем следовать Ему. Если вы посмотрите на несколько лет вперед, то они больше не следуют Слову и вернулись к своим старым принципам. Но в Библии также говорится и о хорошей почве. И это четвертое в этой причине. Это та почва, в которую попадает семя и дает в 30, в 60 и во 100 раз больше плодов. И это то, что мы все хотим увидеть. То есть, другими словами, нам постоянно нужно время, чтобы сохранить наши сердца мягкими. Чтобы слово приносило плоды в нашей жизни. Стройте жизнь свою, опираясь на Слово Божие. Бог — это семя, доброе семя. Посейте его на вашем поле жизни и позаботьтесь о том, чтобы ваше сердце приносило плоды. Сейте любовь, и вы получите любовь. Прощайте, и вас простят. Давайте, и вам будет дано. Осуждайте, и вас будут осуждать. У Екклесиаста сказано, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Это люди, которые продолжают рассуждать. Они всегда найдут причину, чтобы не сеять и чтобы не жать. Вы можете применить это в любой сфере вашей жизни. В деньгах, в том, чтобы прощать или не прощать. И это подходит также для ваших финансов, для любви, для распределения вашего времени. Для того, как вы применяете ваши таланты и способности внутри общины, вашей церкви. Это и есть принципы. Я помню, когда мы решили отдать часть наших доходов церкви, ведь это Божий принцип. И нам так хотелось это делать. И все шло нормально до того, как мы решили купить новый дом. И у нас возникли сложности с ипотекой. Нам очень хотелось купить тот дом. Что бы вы сделали? Я скажу вам, были мысли принцип «отдавать» сделать менее значимым. Тогда же мы могли бы, наверное, купить этот дом, но мы так не поступили. И в конце концов, Бог сделал так, что мы оба в течение недели стали зарабатывать большим, и мы смогли уладить дела с ипотекой. Но наш принцип «отдавать» делиться, мы смогли отстоять Его Слово, Его обетование. Им можно доверять, если вы их будете применять в вашей жизни, если вы их посеете на вашем поле, то вы соберете урожай. Как говорится в Библии, а вместе с этим нам нужно помнить, что мы живем в мире, где есть добро и зло. Питер работает над выпуском «Кто есть Бог?». Последнее время он говорил о том, что мы — люди со свободной волей. У нас есть свобода воли делать добро, но и свобода воли делать зло. Мы свободны в том, сеять или не сеять. Мы живем в таком мире, где кажется, что зло перевешивает добро. Но я вам скажу, у Иисуса все под контролем. Он уже победил зло. Но все же в нашем мире у нас остался выбор делать и добро, и зло. Иисус рассказывает нам еще одну притчу о семени. Это Евангелие от Матфея. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевел?» Он же сказал им, враг, человек сделал это. А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, а выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Оставьте расти вместе и то, и другое, до жатвы. Я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В прошлой притче речь шла о наших сердцах. В этой же притче говорится о нашем поле, о мире, в котором мы живем. Он — сеющий доброе семя, Сын человеческий, Иисус, Сын Божий это доброе семя, а сорняки — это недоброе семя. В Библии говорится, что это враг, это дьявол, что сеет его. А жатва — это окончание времен, когда придут жать ангелы. Другими словами, пока мы живем в этом мире, дьявол будет продолжать сеять сорняки. Мы будем видеть как добро, так и зло. Мы будем праздновать с победой, и мы будем грустить, будем жить как в здравии, так и в болезни. Дьявол, бросающий семена в этот мир, во время пришествия Иисуса с его свитой, исчезнет, а Иисус сотворит новое небо и новую землю, где нет болезни, смерти, боли, грусти, все он уберет в один миг, останется в мире одно лишь добро. В этом мире нам нужно жить вместе с добром и злом, но мы все ждем самого лучшего дня, который у нас еще впереди. Нам же не нужно ни о чем беспокоиться. Мы же дети, мы сыновья Бога. И далее мы с вами посмотрим Евангелие от Марка. Тут сказано, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Мы знаем его слова. Если мы сеем на полях наших, то Бог делает за нас остальную работу. Будьте верны Ему, и не бойтесь дурных семян и сорняков. Устремите свои взоры на Иисуса, это Он единственный ориентир в нашей жизни. Пожалуйста, идите с Ним по жизни. Будьте с Ним. Что ж, давайте обратимся к Евангелию от Марка. Иисус сказал, что спит человек и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, Он не знает, ибо земля сама собою производит сперва зелень. Потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва, то есть, другими словами, мы есть дети Божии. И вот, вы идете с Ним, но не узнаете Его, потому что не прочувствовали Его в своей жизни. Может быть какие-то особые события произошли с вами, и ваш образ Иисуса исказился, вы не видите четко, что же написано вашим полисом. Вы можете потерять из поля зрения ориентир ввиду разных событий в жизни. Такую же притчу вы найдете и в Евангелии от Луки. Последователи Иисуса шли в селение Эммаус. Они расстроены и удручены, они потеряли Иисуса из виду. У них не было той изобилующей жизни, какую они вели с Иисусом. И они упали духом. Иисус был распят. Тело его было украдено, как они думали. В Библии же сказано, что они шли вместе с Иисусом, и они не узнали его. Если у вас трудные обстоятельства в жизни, или все идет не так, как вы думали, и вот тогда нам часто становится трудно видеть присутствие Иисуса, так же как и путешественникам в Маус. В Библии сказано, ⁇ Я всегда с вами, я вас никогда не покину и не оставлю ⁇ но вы сами видите, что взор тех путешественников затуманился от эмоций, что они даже не узнали Иисуса. И только когда Иисус вошел вместе с ними в дом, чтобы пообедать, и он поблагодарил за хлеб, а потом надломил его. И вот тогда они узнали Иисуса, а что говорит Слово о последней вечере? О вашем полисе сказано, что вы ребенок Нового Завета. То есть, когда они собрались на последнюю вечерю, они празднуют то, что Иисус заключил с нами Новый Завет. И мы празднуем и отмечаем это. И вот их глаза открылись. И они узнали Иисуса. Вы потеряли Иисуса из виду? Отпразднуйте последнюю вечерю столько раз, сколько сможете. Подтвердите Новый Завет, который Он заключил с нами. Может такое случиться, что прямые ученики Христа, другие двенадцать, еще одна история. Они были каждый день вместе с Иисусом. Вы же знаете удивительную историю о пяти хлебах и двух рыбах, они шли рука об руку с Иисусом и видели исцеление больных и воскрешение мертвых. И в конце того дня, прежде чем Он распустил людей домой, Иисус сказал, «Идите на другую сторону со своими лодками, я вас встречу на другом берегу». И вот лишь только они отправились, началась буря, поднялись огромные волны, и вы и видите, что Иисус обещает нам изобильную жизнь, но Он не говорит, что не будет в ней стрясок и бурь. Вы можете сеять, и вы можете жать, но бури же просто придут на ваше поле. Но у нас же есть самая лучшая страховка и самый выгодный полис. Нам не нужно бояться. Он говорит, что Он всегда рядом с нами в любых условиях. Иногда может подняться буря, ученики были в лодке, была буря, и им казалось, что они погибнут. У вас неизлечимая болезнь, вы думаете, что умрете. У вас буря в жизни. И они кричат от страха. И Иисус идет к ним по воде. И первое, что Он говорит, не бойся, это я, не пугайся. Мы все знаем эту историю. Они, между прочим, подумали, что это было привидение. Они кричали именно поэтому. Мы знаем историю, когда Петр услышал голос Иисуса, и он спросил, Господи, это Ты? Если это на самом деле Ты, скажи тогда, что Я должен прийти к тебе. В непогоду мы часто концентрируемся на условиях. Мы молимся, чтобы во имя Иисуса... Это окружение изменилось, условия исчезли. В этом случае буре нужно было мгновенно прекратиться. Но Петр сконцентрировался не на окружающем. Он сказал следующее, если ты меня попросишь прийти, то я приду. Знаете, что ответил Иисус? Приди. Да, давай, приходи. И что же потом случилось? Он вышел из лодки и он пошел по воде. Это просто невероятно. То есть гораздо сильнее сразу же начать исповедовать Слово Божие, чем молить Бога об окончании бури во имя Иисуса. Петр же дал понять, что делать то, что говорит нам Слово Божие, гораздо эффективнее во всех обстоятельствах то есть и в хорошую, и в плохую погоду. Если же мы просто будем делать то, что нам говорит Слово Божие, спрашивать у Иисуса, «А что мне делать?» Иисус же всегда ответит Словом Своим. И если мы сделаем шаг и отреагируем на это Слово, то тогда мы испытаем невероятные вещи. Мы принесем плоды. Петр не смотрел на обстоятельства. И вот он идет по воде, смотрите только лишь на Иисуса. И вот он идет по воде и думает, что-то тут не так. Он смотрит на обстоятельства. И он сразу же тонет. В тот же момент он не смотрел на Иисуса и сразу начал тонуть. А Иисус спасает его, протягивает ему свою руку. Таков наш Иисус. Он никогда не позволит вам утонуть никогда. Он верен нам навсегда. Когда Петр смотрел на окружающие его условия, он стал тонуть, а мы все склонны всегда смотреть лишь на окружение. И я хочу, чтобы мы с вами стали жить невероятной, сверхъестественной жизнью. А если мы живем телесным и смотрим лишь только на условия вокруг нас, если мы продолжаем жить с нашими человеческими чувствами, то что мы видим? слышим и чувствуем, то мы живем телесным, мы смотрим на условия, на обстоятельства, и мы утонем, идя по воде, и ослабнут наши колени. Но если мы будем жить духовным, как говорится в Библии, а это означает слушать слово Иисуса, и посадим эти слова, это семя в свое поле, а ваши сердца, тогда мы принесем плоды, и мы увидим сверхъестественные вещи, не подвластные людям. У нас будет мир в любых условиях, а люди в вашем окружении скажут тогда, «Бог, Иисус, в Которого вы верите, Он настоящий, Он Бог». И мы увидим, что они встанут. И они примут Иисуса в свою жизнь. Это и есть Бог, скажут они. Но вы сможете всегда найти причину, чтобы не жить по Слову Божьему. Мы только что читали, кто наблюдает ветер, тому не сеет. И кто смотрит на облака, тому не жать. Доверяйте Иисусу и выйдите, так же как Петр, из своей лодки, из вашей зоны комфорта. И идите. Идите вместе с Иисусом. Вы хотите сегодня выйти из своей лодки к Иисусу. А знаете, что Он вам скажет? Иди. Он никогда не скажет. Сидите там. Он скажет. Иди ко мне. Я призываю вас выйти сегодня из лодки и не смотреть на обстоятельства только лишь на Иисуса. Может быть а ваше поле нужно будет заново засеять. Может быть, вам нужно будет вашу почву обработать и удобрить, чтобы она стала плодородной. Может быть, на ней слишком много сорняков, кто знает. И настало время выделить приоритеты и дать добрым семенам больше пространства и прополоть сорняки, чтобы получить в 30 крат а кто-то получит в 60 и во 100 раз больше плодов. Бог сделал для нас это, чтобы мы приносили очень много плода. Мы только что прочитали, пока ты спишь, когда ты просыпаешься, когда ты встаешь, семена растут и приносят урожай. Мы дети Божии, мы наследники Его. Я есть истинная виноградная лоза, отец мой, виноградарь. Оставайтесь со мной, и я останусь у вас. Так говорит Он. Само растение не может принести плод, если оно не растет на виноградной лозе. Это относится к нам с вами. Если мы не останемся с Ним, то и мы не принесем плодов. Но если мы будем с Ним, а Он будет в нас, то мы принесем плодов во сто крат более. Поэтому я предлагаю вам сегодня сделать это. А если вы здесь с нами, слушаете или смотрите нас, наш Бог, Он хороший Отец, поэтому предлагаю вам сейчас встать. А еще закройте свои глаза. Питер уже говорил нам, когда мы говорим ему «папа», то он рядом. Он землевладелец. У него есть доброе семя, и он хочет только одного, чтобы его дети приносили плоды 30, 60 и 100 раз более. Если вы здесь, и вы упустили Иисуса из виду, и вы не знаете больше, что у вас написано в полисе, то Иисус говорит вам сегодня, «Я ваш путь, я правда, и спасение, и жизнь, кто идет ко мне, кто ищет меня». Тот найдет, кто верит в меня, тот обретет вечную жизнь. У меня живительное семя. Я хочу посеять его на поле вашем, и урожай будет большим. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты наш Отец, что Ты наш землевладелец, что Ты нам желаешь добра. Каждому, кто здесь находится, слушает или смотрит нас, где бы Он ни был, Ты добр. Твои планы совершенны, Отец, наши поля, наши сердца принесут плоды. Отец, каждое вымолвленное слово, каждое семя вернется старицей, урожай будет богатым, житницы будут слишком малы для него. Отец, в этой жизни, в будущей жизни, вечной жизни, Отец, своими Иисусом мы произносим эти слова сегодня. Мы увидим богатые урожаи, много плодов, и мы отпразднуем это. Отец, лучший день у нас еще впереди, когда все зло, все сорняки будут выполоты, и останется только лишь одно добро. Совершенная земля и совершенное небо, где не будет смерти и не будет болезней, не будет никакой боли. Поэтому мы благодарим Тебя, что мы дети Нового Завета. Мы почитаем и поклоняемся Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.